Всем доброго утра! Начинаем наш влог с Фаберлика. Вот я такая проснувшаяся, еще никак на себя не обращавшая внимания. Так, что хотела показать? Мама заказала блузку белую с запахом. Даже показывать ее не буду. В общем, смотрится она, по крайней мере, на маме просто ужасно. Сейчас я ее в каталоге покажу. Вот это вот декольто, я сейчас смотрю, что оно и на модели тоже. Видите, как-то она смотрится несуразно. В общем, она с запахом здесь. С одного боку она на пуговицу застегивается, здесь завязывается. Ну, в общем, короче, что-то не то, поэтому я буду ее возвращать. Вот так вот. Но, в общем, что-то как-то не так. Мама себе ее по-другому представляла. И слишком глубокий вырез. Вот прям чересчур глубокий. Как-то оно, ну, не знаю, мы так не привыкли. Уж совсем, знаете, вот как вот тут вот показано. Вот прям вот так вот оно и есть. Даже еще хуже. И белый, конечно, смотрится праздничнее, чем вот этот вот непонятно какой голубо-серый какой-то. В общем, блузку на возврат. Что еще себе заказала? Умывалку вот такую попробовать. Мусс для умывания. Честно, даже не знаю, как будет, понравится, не понравится, потом расскажу. Это Заюня, бальзам для губ, потому что она безумно любит мазать всем губы. Причем, если у нее губы намазаны, она говорит, у меня рот занят. Разговаривать не могу. Так, это нам две зубные пасты, сейчас уже там какие-то новенькие вышли. Вот с такими вот клевыми рисунками, ну прям могу сказать, очень даже клевыми. Именно, думаю, что детям понравится. Еще, кстати, они не смотрели. Тушь себе заказала, там на последнем шаге какие-то акции. И, в общем, вот такую вот золотую тушь. А, такая щеточка. А вот, кстати, нас достала серую тушь, которая из этой же серии, да, но только серая, здесь даже щеточка другая. Вот эта щеточка мне нравилась, а вот эта еще пока не знаю. И, в общем, посмотрим, но здесь был вот этот ограничитель какой-то ужасный, тушь была по всей этой. Ну вот она, здесь все в туши, все черное, все засохшее уже. Нужно ее на выбрасывание. А вот этой будем пользоваться, пробовать. А до этого сейчас у меня вообще вот это кабаре от Vivienne Sabo. Она очень мне нравится, очень классная. Вот это еще неизвестно. Так, в подарок еще что положили? В подарок положили спрей антистатик. Но это очень полезная штука для лета. Поэтому будет ждать своего часа. Хотя и зимой колготкам, кстати, тоже же все электризуется. Так что зимой, наверное, буду пользоваться, пробовать, правда, он помогает или нет. Вот это моя любовь, которую я сама себе заказала. Мою им полы на кухне, да и везде. И пыль вытираю, когда, в общем, добавляю в воду. Вот эта штука мне очень нравится. И вот этот вот ультракондиционер для белья. Вот эти вот цветочные нотки еще меня устраивают, но пряные как-то не особо. В общем, в бутылке он пахнет, ну, мне не нравится как. Поэтому не знаю, буду ли им пользоваться или нет. Я сейчас готовлю борщик, уже доготавливаю, осталось капусту порезать. И так как мало времени, блин, надо прикрутить, то... Что хотела сказать. В общем, курица закипела, половина курицы здесь. И я сняла пенку и сразу же туда начала добавлять все овощи, потому что времени прям сначала сварить бульон у меня не было. Поэтому вот так вот. Так, и сейчас добавим сюда капусту, зелень и чесночок. Достать нужно только курочку. Так, Григорий одевается, я ему все нагла дела. Да, ты поел борщ? Да. И что, можешь себе тук-тук куплю? Чупа-чупс? Да. А за что тебе чупа-чупс? За то, что я играю в компьютер, да, Фоль? Да. Тут ты мне дал.
Активированный гель. А, вот, да, да, активный гель. Сейчас маме заказали. Ну, я, если что, попробую, если вдруг тебе понравится, ты на себе, да? Ты на себе, мать. Ты на себе. Да, это типа вот этих вот носочков, которые бесконтактный, как он там называется, педикюр, да? Ага. Вот, будем сейчас читать, как его применять. Тут все супер мелко. Так, Гришенька, давай, собирайся и поехали. Вернее, ты с дедушкой же едешь. Ну, там еще... А что сказать-то надо? Спасибо. Вот ты, не забывай. А если ты будешь туда ставить? Гриш, ты не застегнул свои магазины. Как? Так, папуля с работы принес какую-то красоту. Это мой букет. Очень красивый. Как это называется, Сержень? Тёрин? Очень красиво. В роли отца, почему такого публичного отца, ваш блог молодого папы. Будем кушать борщик. Григорий уже покушал, поехал. Пончики. Вот эти попались, по-моему, с чем-то сливочным, да? Что, наверное, крем. Кремовые, да. Хлеб, колбаска, курочка и сметанка. Афоня, кушать! И смотрим судьбу человека Кончаловского. Афонь, что ты сделал? Гамбургер сделал? Ага. А кто тебе помогал? Ага. Так я сейчас зарегистрировала Григория на сайте ГТО, позвонила учительнице и сказала, что все-таки завтра в 8:30, Гриша, там сегодня у них тренировка после уроков, и он прошел вот эту вот... что там, в общем, нормы ГТО, и завтра ему сдавать уже все официально, нужно зарегистрировать его, главное, на сайте. Ну, естественно, Гриша сам, там нужно электронную почту вводить, в общем, этого всего бы он не сделал, поэтому я его зарегистрировала. Там так и написано, что законный представитель, и у Гриши категория, то есть 6 лет уже можно сдавать нормы ГТО. Сейчас я иду тебе попу вытирать, вот Афоня уже покакал, сейчас пойду его вытру и пойдем уже отдыхать с ним. У нас уже 2 часа. Я хотела еще сказать, что я когда регистрировала Гришу на сайте, хоть узнала, что такое ГТО. Не знаю, может, я одна тут такая непродвинутая, но ГТО — это «Готов к труду и обороне». Вообще здоровское название. Я даже не знала, что это так расшифровывается. То есть я эту аббревиатуру слышала, но вот именно такую расшифровку не знала. Тебе 3, да. В общем, теперь мы ложимся отдыхать. Кому 3? Тебе? Почему 3? Ты еще... у меня был день. А, был день рождения? Да, а у меня был день рождения. Еще будет день рождения у тебя весной? Ага. Ура. Мама, у меня был день. Не, не сегодня. А папе день. А папе будет день рождения послезавтра. Все, заснул мой мальчик. Крутился. Чесался и заснул. Хороший. А я сейчас пойду займусь тем, что смонтирую видео. А то я... Почему у меня не выставляется видео вовремя? Потому что в некоторые дни у нас почему-то отключали свет прям ночью. То есть видео начинает загружаться и не загружается, потому что выключили свет. Вот. В другие дни мне просто хотелось спать. Сейчас мы смотрим это 17-е, что там, «Тайны следствия», вот, а оно заканчивается аж почти в час ночи, без 15 час. То есть очень поздно, и если еще и монтировать видео, короче, нужно сейчас пойти его смонтировать, чтобы ночью выставить на загрузку в интернет, и надеюсь, что свет не будут отключать, и все отлично выгрузится. Так что пошла сейчас все смонтирую, пока Афоня спит, и нужно разобраться еще с бельем. Так, все, влог за 5 декабря, сегодня 8. Когда выключили свет, уже все экспортируется. И что мы будем делать? Будем идти с бельем разбираться. Гриша, посмотри на свой штан. Что это за картина такая, Марсело? А вот эта красота!
которая... Мама, первый самолет магнит из растений. Ну, как красиво. Да, я очень красиво, я люблю. Видишь, какой у тебя букет, муж, колючий такой. Нет, она не колючая, просто... с собаками магнит. А вот так теперь какой? Можно подходить и брать это вместе. Нет, ну вот, а там так... надо на двери на входной смотреть. Там нету магнитика? А? Нет, ее можно есть, но она невкусная. Ее надо с сахаром. Нету больше, да, здесь? Так, все, будем ужинать. Правда? Правда. А Фоня, ты будешь ужинать? Ну, кто-то может по шутке ужинать. А Фоня уже поела эту растишку, нет, да? Нет, больше он поел. Растишка больше. Mm-hmm. Так, мальчики пошли с папой на улицу, мы с Афонькой в комнате, да? А тогрик тут танк. Какой танк? Тебе нужен танк? Да. А тугрик танк. А сейчас ты во что играешь? А это... А там... А горники... На надо там... Ахилитали. Достали тут кучу вот этих вот игрулек, которые, вот смотри, вот сюда вот этот, например, грибочек, да? Молодец. Вот грибочек становится. А там нету грибочка, тут что у нас? Треугольнички. А вот еще смотри, машина сюда, да? Да, вот. А правильно? Ну, сам смотри, правильно. Ты до себя ее поверни, чтобы тебе было видно, как надо правильно. Ну так посмотри вот так, чтобы тебе было все видно. Банана. Правильно, да? Налетали угля. Это что такое? Вот это домик, как хотят и домик. А, ты в домик тут? Ты во все игры, что ли, уже поиграл? То, что ты пробовал, тоже никак? Нет, но это так, а нет. Не играл? Нет. Но это так. А, ты туда все просто кидаешь? Да. Смотри, я за тот цветочек нашла. О. Алло. Тебе нравится больше, когда она туда падает, да? Да, вот когда она туда падает. А там ты еще смотрела, какие там есть игрушки у нас? Афоня просто тут комодик достал с игрушками. Оттуда одна лопата. Оттуда одна лопата. А там? Потоги там мало. Мало? Да. А что там? Твоя любимая? Да нет, то ты правильно одела, она просто на тебя большевата немножко. Давай я тебе туда наверх могу одеть. Хочешь? Да. Иди, я попробую. Вот так, да, отлично. Так все равно у тебя носик еще пока не вырос, да? Пу-пу. Наверх сюда, на лобик натяни ее. Угу. Вот так нормально. Давай я тебе помогу. Сам? Ух ты! А я складываю вещи. Я молодец, потому что я так долго этого ждала.
когда мне придет вдохновение. Все-таки я поняла, что мне для того, чтобы сложить гору вещей, нужно именно вдохновение. Ну ты-то сегодня уже был. Дай ему чуть-чуть. Тут и Марсик с вами играет, да? Афан, дай мне выйти. Ты как... меня не выпускаешь. Афан, пока поиграю в это. А? Ты-то кто? Дед Арус. А что он делает, этот Дед Арус? Подарки носит. Подарки носит? Да. А тебе он принесет, интересно? Да. А почему? Надо с подарками играть? Да. А ты умеешь разве играть в игрушки? Да. А то есть такие детки, которые не умеют играть в игрушки, да? Да. А ты умеешь? Угу. А как ты играешь? Вот так, надо вот так руками играть. Надо вот так их брать и играть, да? Да. Они мне дом построили. Дом построить? Ну ты иди начинай, я сейчас приду, хорошо? Ага. Так, ну что, мы с Сержуней досмотрели эту «Тайны следствия». Вот уже почти час ночи. И мы только идем спать. Дети уже спят давно. Завтра в 8.30 едем сдавать ГТО Гришина. Но в 8.30 уже там надо быть, поэтому пораньше.